Гастро-вечера с участием харьковских знаменитостей уже давно стали традицией для лаунж-бара «Миндаль». Но сегодня организаторы решили пойти дальше и устроить вечеринку под названием «Гастро-караоке», где главным героем вечера стал постоянный посетитель ресторана, известный также как харьковский Эминем. В программе вечера призы и подарки, танцевальные перформансы, ну и, конечно, непосредственно приготовление блюд. Ну а все секреты кулинарии вы можете узнать из нашего сюжета. Будьте с нами! Сегодня у нас в гостях действительно голос «Миндаля». Этот герой, который приходит сюда, мне кажется, что ежевечерне и поет. Это Дмитрий Яцук, и я думаю, что очень скоро наш город Харьков и его окрестности узнают об этой звезде, как о талантливом исполнителе и как о музыканте, который, кстати, пишет свою музыку. Я все время думала, что это за парень такой, думала, может, он профессиональный певец. Оказалось таки, да, но поет для души. Для души и для нас сегодня, потому что сегодня он, кстати, не только поет, а еще нас угощает. Ну, как обычно, вкус. Как обычно, что-нибудь такое не диетическое на ночь. Более того, после всей этой трапезы мы еще и выпьем. Выпьем что-то просто сумасшедшее. Какой-то авторский коктейль, там и виски, и какой-то лимонный фреш, и шампанское. Ну, в общем, это будет страшно, друзья, но весело. Вечер вокруг тебя построен. Ты помимо того, что будешь исполнять какие-то композиции музыкальные, также ты сегодня будешь угощать гостей. Что это за блюдо? Я удивился, когда мне предложили. Я хоть и умею готовить, но никогда профессионально не углублялся. Сегодня мои любимые блюда приготовит шеф-повар ресторана «Миндаль». Под моим руководством где-то какие-то тонкости своего личного приготовления расскажу. Это будет жульен из креветок с грибами шиитаке, а также митболы из куриного филе с беконом и сыром. Давно вы являетесь постоянным посетителем этого заведения? Почему именно оно вам полюбилось? Гостями, посетителем я уже являюсь около 5-7 лет. Очень хорошее место, где можно прийти с друзьями отдохнуть и очень отлично провести время. Как бы это одно из самых любимых мест не только меня, но и нашей компании. Сегодня удалось попробовать блюда, которыми угощал наш гость? Удалось. Могу сказать, что мужчина с микрофоном – это сексуально, а мужчина с микрофоном на кухне – это мега сексуально. Уже успели попробовать первое блюдо жульен с креветкой. Что вы можете сказать? Очень вкусно, сытно. Я думаю, гости уже успели попробовать. Только одни положительные оценки этому блюду. Я думаю, что только начало, а в дальнейшем нас ждет еще что-то более вкусное. Поздравляю вас с тем, что вы выиграли путешествие от «Лемур Вояж» и от лаунж-бара «Миндаль». Часто вы выигрываете что-нибудь? Ну, начнем с того, что тут мы оказались благодаря розыгрышам в Инстаграме, выиграли просто приглашение и столик. Так что сегодня наш день. Если бы это был твой гастровечер, что бы ты нам приготовила? Чтобы мы ели? Да мы бы вообще не ели, друзья, мы бы пили, понимаете? У меня бы было на первое, второе и третье вместо компота, конечно же, все равно алкоголь. Что же вы запланировали на новогоднюю ночь? В этом году мы решили в ресторанном комплексе «Пушка Миндаль» сделать такой глобальный бал-маскарад, настоящий бал, настоящий маскарад с переодеваниями, костюмированный. Будет очень интересно, всех гостей ждем в костюмах. В 44 у нас будет межгалактическое шоу со спецэффектами, со всевозможным бумажным шоу, с яркими диджей-сетами. В ресторане «Шариков» у нас будет ретро-Новый год, классический, в лучших традициях.